Идем гулять, да, Маркуш? Да. А на работе это. Ну... Не успели выйти. Уже уснул, а дети не успели. Давай, тащи, 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 тащи его из ямы. Давай, давай, давай. Колесо выверни, Марфуш. Ой, это опять засели. Ну что ж такое? Давай, вперед попробуй теперь. Давай, давай, давай. Молодец. Пошло, 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 Марфуш, пошло. Ну что, помогать? На лопату. Лопату надо. Я так и думала, что надо лопату, дочь. Угу. Я тебе дам штыковую большую лопату. Держи большую. Ой. Держи хорошую лопату. Ой. Нет. Забуксованный будет стоять лопет. Давай, понимаю, кидай. Я буду кидать? Нет, не надо кидать. Я могу кидать туда вот. Мы с тобой оделись, жарко тебе, не ты кажется? Ты будешь сидеть, только не кидай. А ты куда, я не поняла, пошла? Я туда, я. А ты куда? Не кидай этот мяч. Не кидать этот мяч, она наверх. Не кидай. А, ты думаешь, что он застрянет в кольце, и ты будешь его вытаскивать? Нет. Нет? Давай, давай, полози. Только внимательно. Если ты обвалишь, ямы, она будет отстрелена. Ну что, дай мне мяч. Ну что, давай, куда мяч? Дай мне тут мяч. Здесь, здесь, здесь. Ага. Сейчас посмотрим, в чем была суть. Ну, достают обычно снизу, играя в баскетбол. А ты хотела сверху, да? А, да, как кидать. Блин, мы с тобой оделись, очень жарко, Марк, на улице. 4, 5, 1, 3. Давай, в кольцо кидай. Нормально, чё. Ещё дай. Через щит кидай и попадешь в кольцо. Слышишь меня? Дорогой человек. Системочка, я тут и не думаю. Давай, подумай, подумай, как это сделать. Вот так. Ну хорошо. Да. Ну все, кидай другой рукой тогда. Другой рукой кидай. Возьми в другую руку. Кольцо-то здесь. Ты куда кинул? А, не зяблик, а динозаврик. Да. Скажи, динозавр. А сама ты зяблик. Зяблик говорит, динозаврик. Откапывай. Откапывай, откапывай. Лучше откапывай. Не выйдет транспорт. Молодец. Ты, говорит, динозаврика яйцо не трогай, то есть лопатой кину. Вот и поговорили. Молодец. Ну что, уже откопала, наверное? Пробуй выезжать. Нет? Надо мне ведерко, то это еще. Ведерко принести? Возьми вот это. Спасибо. Пожалуйста. Ну, ясно. Откопала уже, короче.